Статыстыка свечить, не глядяши на популярность авто, колькость двухколовых транспортных сродков не снижается. Зараз на Гомельщине зарегистрировано амаль 56 тысяч мотоциклов, 11,5 тысяч мопедов и скутеров. Кольки техники на улику не находится, докладно неведомо. Такие выпадки особливо распаўсюджаны у сельской мясцовости. Нехта широ перакананы, з ім ничего не здарыцца. Люди, якія загинули, те засталіся инвалидами, у свой час так само верили у счастливый лёс. В 2016 году на территории Гомельской области по вине водителей мотоциклов, скутеров либо мопедов произошло 32 дорожно-транспортных происшествия, в которых 7 человек погибли, 21 получили травмы различной степени тяжести. За 3 месяца этого года уже произошло 2 дорожно-транспортных происшествия по вине мотоциклистов, в которых один человек погиб и один человек получил ранение. З уліком того, что мотоциклистов на городских дорогах яшчэ не шмат, основную увагу удельники акции сконцентровали на водителях авто. Урэшце яны находятся на одной дорозе с незаўсёды дисциплинованными уладальниками двухколовых транспортных сродков. Сучасный мотоцикл может представлять реальную небеспеку. У некоторых моделях объем рухавика большим у інших автомобилях. Вага до 500 кг и максимальная хуткасть каля 300 км за годину. У мотоклубе «Железные браты» кажут, что сами яны правила дорожного руху не порушают. Але за матрами показать свою удалость сутыкаются часто. И это погроза не только для самих лихачов, але и для тех, кто в этот момент оказывается побач. Да, есть отдельные личности, которые позволяют себе наглым образом проехаться на заднем колесе, на центральной улице, которой насыщенный транспортный поток. Вот. Мы стараемся с такими людьми вести беседы, вот, чтобы они так больше не делали. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель».